Владимирские бильярдисты заняли второе место в командном первенстве России по русскому бильярду среди юниоров. Турнир проходил в Воронеже. В соревнованиях принимали участие 18 команд, 4 из них представляли Владимирскую область. Каждая медаль – это достижение. Конечно, стабильность – это признак мастерства. 6 лет мы завоевываем. С 2014 года мы завоевываем бронзу, бронзу, серебро, серебро. В прошлом году тоже было серебро. По крупному счету я недоволен результатом нашей команды и считаю это для себя лично, считаю себя поражением. Команда «Владимир-1» в составе Вадима Кистанова, Антона Виноградова и Кирилла Мельникова ждали золота. По словам самих ребят, серебро получили только из-за волнения. А мы уже такие, как такая команда, которая 6-й год подряд в этих призах, уже все устали смотреть на то, как мы проигрываем, все уже думали, то, что мы выиграем, мы там выбили самую сильную команду, считай, кто оставалась. И уже такие все думали, то, что все решено в финале, ну и мы также думали, и вот додумали. Бильярд развивает концентрацию и мышление, а главное – учит никогда не сдаваться, подчеркивает президент Федерации бильярдного спорта Андрей Степаненков. Достойным остается и уровень подготовки владимирских бильярдистов. В этом году ребята уже завоевали 12 медалей, в том числе одну золотую. Остальные – серебро и бронза. Артем Яковенко, Егор Герасимов, «Губерния 33».